Здравствуйте. Я главный редактор журнала Illumination. Главная наша сфера – это, конечно же, культура и искусство, но также мы освещаем другие сферы, но в меньшей степени. А в будущем я наймену портала. Мне далеко не секрет, что культура в наше время переживает упадок, причем это касается всех видов. В нашей стране это происходит особенно явственно и остро. Пока что культура России, да, она вся ориентируется, может быть, сознательно, не знаю, может быть, бессознательно, на примитивный уровень. Огромное количество, знаю, ребят, режиссеры молодые, молодые актеры, да, молодые сценаристы. Где они все? Они заканчивают, они исчезают. Их эта машина государственная просто перемалывает, да? Они занимаются, они делают свадьбы, они снимают дни рождения, они снимают какие-то там новости, они снимают сериалы «Суди меня», семейные драмы, «Не ври мне» и так далее, да? То есть то, как бы, что нужно зрителю среднего. А все это почему? Потому что наши прокатчики и вообще все те, кто, грубо говоря, пускает творцов в кинотеатр, они глубоко убеждены в том, что только коммерческое, так называемое кино, да, кино, не искусство, конечно, способно принести какую-то прибыль. Мы хотим создать некий единый культурный оплот, некий единый культурный центр, в котором объединялись бы и творцы, и читатели, и ценители искусства. То есть, чтобы была консолидация, потому что только при консолидации существует координированное действие, то есть, возможно, разумное и быстрое решение каких-либо вообще любых задач в принципе. То есть мы сейчас, именно вот благодаря этой уникальной системе краудфандинга, можем создать это самое объединение, уже сейчас найти аудиторию и, можно сказать, продвигать и возрождать нашу культуру без помощи государства. У нас есть как бы цель, да, конкретная, вот, как бы сделать прививку, да, умирающему организму. Для этого мы придумали этот портал, сердцем которого будет, прежде всего, журнал. Но также будет реализовано огромное количество других интересных тоже проектов, нетипичных, этих разных, о них подробно на нашей странице. Короче, мы собираем молодых режиссеров, актеров, сценаристов, литераторов, критиков, художников, всех тех, кто ценителей этого, да, потому что нам нужны все эти люди для чего? Мы создаем новое искусство на основе старого. То есть у нас такая концепция. Сейчас нам нужны деньги, прежде всего, на постройку сайта. Нужно заплатить деньги веб-дизайнерам, веб-программистам. У нас есть основная команда сайта, костяк, то есть те люди, которые готовы писать. Нам сейчас не хватает только создать сайт, непосредственно